Не забывайте подписываться на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы всегда быть в курсе последних новостей шоу-бизнеса. Ссылки в описании. Приятного просмотра! 20 июня Атар Кушанашвили был госпитализирован с острыми болями в животе, после чего его немедленно прооперировали. В настоящее время он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, у 54-летнего Кушанашвили диагностировали опасное воспаление перитонит. Он перенес две операции, в результате которых удалена часть желудка из-за непроходимости кишечника. Шоумен находится в сознании, но не может говорить из-за того, что находится в реанимации. Ему предстоит еще одна операция по удалению опухоли из кишечника, предположительно раковой. Близкие Кушанашвили находятся рядом с ним в больнице и поддерживают его. Он выразил жестами желание вернуться домой, однако его будут держать в клинике до стабилизации состояния, после чего его переведут в онкологический центр в Москве. Друзья журналиста отметили, что он продолжал работать на износ перед поступлением в больницу. Последние передачи он снимал, испытывая сильные боли в животе, и откладывал обращение к врачам. Его отключали от аппарата ИВЛ, он почувствовал себя плохо, снова подключили. Он по-прежнему в реанимации, уточнил знакомый Кушанашвили.